Я в Екатеринбурге, 20:00. За два часика потихонечку доехал с Нижнего Тагила. Вот. Вот там гостиница сзади. Свердловск. На привокзальной площади. На 21:00 дальше еду. Только уже в Челябинск. Уже тоже пассажиры есть. Омывайка закончилась, вон тут пятерочка, пойду куплю сейчас. А то фары закидывает грязно. Что еще хотелось бы сказать? Как платить кредит и так далее. Я устроился в агрегатор такси Яндекс. Что удобно, он работает по всей стране. Кто знает, то работает. Есть там гарантированный заработок, который они обещают. Так вот, в Нижнем Тагиле это за 50 заказов 5000 рублей. А в Екатеринбурге за 50 таких же заказов уже 8800 рублей. Ощутимая разница, но тут город-то миллионник. Больше миллиона жителей. Вот. И кто говорит много видео в интернете непонятного, что в такси зарабатывать нельзя и так далее. Это все полный бред. Зарабатывать можно и очень неплохие деньги. Если есть желание, да, ты покупаешь смену 12 часов и 12 часов катаешься. То, что 8800 гарантированный заработок в Екатеринбурге, ну, скажем так, грязными, рекорд мой, у меня 8800 было за 12 часов. Пару раз. Вот. Поэтому BlaBlaCar нам в помощь, чтобы оправдать бензин. На 1300 я заправился в Нижнем Тагиле. 600 рублей двоих привез до Екатеринбурга. Сейчас надо посмотреть. У меня уже забронировалось минимум 3 человека до Челябинска. Там цена поездки по 400 рублей с человека 1200. И тут 500. Ну, грубо говоря, бензин оправдаешь. Еще и на покушать останется. До скорых встреч.